Эта молитва из уст владыки Филарета в наши дни звучит как-то по-особенному. Страстная неделя в этом году – дни сугубой молитвы Господу не только по традиционным правилам, но еще и о избавлении людей от новой напасти. И как тут не вспомнить о сути сегодняшнего праздника – о жертвенности и любви Господа к нам, чадам Его, и нашей человеческой сущности. Он заехал в Иерусалим на ослике, и все кричали ему «Оссана, благословенный!». А уже через 3 дня эта же толпа жаждала крови и страданий. С криками «Распни его!» сопровождала Иисуса на казнь. Как Господь вольную волю, то есть своим свободным произволением, своей любовью Божией нас ради и нашего ради спасения зашел на крест, пролить за нас, из каждого из нас, кровь, чтобы мы с вами обратились к Господу Богу и были Его детьми. Потому что все наше творение заключается в том, что мы должны быть всегда с Богом и в Боге жить. А если отрицаемся Бога, ну, тогда какая жизнь? Что вы хотите? Вот и в этот светлый праздник не было людской радости в храме, не было леса из ветвей вербы. Церковнослужители заботливо запасли их и сделали букетики для прихожан, а владыка Филарет осветил. Благословляется освящает свое скопление Священной Родины. Царь Сын и Святой Дух благословляется, освящается Вайся, кроплением освящается. Всех вас, братья и сестры, всех сердечно поздравляю с праздником входа Господня в Иерусалим. Истинный Царь мира и Спаситель наш входит на свое царство. Входит так, чтобы каждого из нас Он нам даровал в первую очередь живот вечный. Все освященные ветви люди уже после литургии, без суеты и безопасности для своего здоровья, смогли забрать себе домой. До светлого праздника Пасхи осталось меньше недели. Практически каждый день в храмах будут вспоминать страсти Христовы. Священники надеются, что прихожане также проведут эту седмицу в молитвах, но желательно дома, келейно. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Улправда ТВ.